Добрый день! Вы на планете Агро, канал для любителей сада и огорода. Амплига – инсектицид контактно-кишечного действия для защиты овощных культур и плодовых деревьев от комплекса вредителей. Данный препарат зарегистрирован на таких вредителях, как листовертка, цветоед, долгоносик, тля, цикадка, колорадский жук. Используют его на таких культурах, как яблоня, абрикос, персик, томаты, огурцы и также картофель от колорадского жука. Норма расхода данного препарата 4 мл на 5 литров, если вы делаете обработку по томатам, и если по картофелю, это 4 мл на 10 литров воды. По плодовым деревьям также норма расхода 4 мл на 8-10 литров воды. Температурный режим от 0 до 25 градусов. Рекомендуется обработку делать в вечернее время. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте колокольчик, дальше будет больше интересного.